Герои нашей следующей рубрики остались без дома по разным причинам. Среди них есть большие и маленькие, скромные, игривые, пушистые и не очень. Они разные, но абсолютно все хотят найти настоящих друзей и теплый дом. Наш эфир продолжит рубрика «Пристроим вместе». Слово Ольге Бакиной. Ученые говорят, для того, чтобы быть счастливым и здоровым, нужно обниматься минимум 12 раз в день. А вы выполняете норму? Даже большее количество раз с вами готов будет обняться наш герой сегодняшней любимой и доброй рубрики «Пристроим вместе». Добрый день, Алена. Расскажите нам, пожалуйста, что сегодня за невероятно энергичный, просто ураган герой сегодняшней рубрики? Это Бим. Ему всего 4, примерно 5 лет. Вот, забран мальчик с улицы Нововятска. Живет у нас на передержке уже скоро год. У него сделаны все прививки. Вакцинирован, чипирован. Готов к переезду в новый дом. Как практика показывает, что Бим подпускает к себе, конечно, не всех людей. Кто-то ему может не понравиться, человек это сразу же заметит. А в основном детей, взрослых он очень даже любит. Он охотно с ними гуляет. Очень активный, жизнерадостный. Людям очень понравится такой питомец. Особенно тем людям, которые активны по жизни. У нас можно приехать погулять с любой собакой. Прогулка будет либо с сопровождением, либо, если это уже знакомые нам люди, то они могут гулять себе спокойно одни в лесу, благо у нас очень много территории. Бим может жить везде, потому что мы его пробовали на домашнюю передержку. Жил он там буквально 2 недели, себя показал с очень хорошей стороны. То есть у него стандартно, как у любой другой домашней собаки, выгул был на 2 раза. Это утром и вечером. Дома он ничего не портит, ему достаточно активной прогулки. Если вы хотите познакомиться с Бимом лично, а потом забрать его к себе домой, то срочно звоните. 8-912-715-50. Оля Бакина, Никита Плехов и Бим. Информационный канал «Город».